Здравствуйте, рады мои. Это он не рад, тоже здравствуйте. Вот один подписчик мне написал такой комментарий. Я, говорит, читал раньше про русских. Великий народ. Могучий, сильный, мужественный. Приезжаю в Москву, говорит, а там эти русские в юбках ходят. Понимаете? Пишут. И буквально через 10 минут пишет: вы, русские, убивайте мусульман. В Афганистане убивали. На Северном Кавказе. В Сирии. Понимаете? Странно. Тут в бытовом уровне так все, даже вот в интернете я читаю такой вот. Блогеры пишут, что работодатели – глупцы, в правительстве сидят идиоты, дурачки, ну, придурки, что-то законы пишут дурацкие. Так я вот хочу вам вопрос задать. Кто ты? Кто вот ты? Раз бабоподобные существа в юбках – вас убивают. Кто ты, если придурок, глупец берет тебя на работу, платит тебе зарплату? Кто ты, если глупцы придумывают дурацкие законы, и ты под них прыгаешь? Кто ты? Неужели непонятно? А если непонятно, смотри мой канал и мое видео. Там я все объясняю. Кто ты и кто они. Все. Ставьте нравлики, не нравлики. Пишите отзывы. До свидания, родные мои.